студенты точно знают. С разнообразием красок осени может конкурировать лишь наполненный креативом и истинными талантами фестиваль «Арт осени» в ИГУ. Время подводить итоги. Тайна о том, какой факультет окажется в победителях, сегодня будет раскрыта. Фестиваль студенческого творчества «Арт-осень» в ИГУ, проходивший с 9 по 17 ноября, это уникальная возможность для юных машеровцев прочувствовать весь вкус студенческой жизни. Первокурсники на протяжении недели боролись за звания самых смешных, самых эрудированных, самых талантливых и амбициозных. Главным событием «Арт-осени» стал ежегодный конкурс «Курс молодого студента», который помог вновь окунуться нашему университету в творческую атмосферу и зажег огонь в глазах не только первокурсников, но и всего зрительного зала. Перед студентами, уже успешно прошедшими торжественное посвящение, стояла нелегкая задача – отразить свое видение факультета и при этом сохранить его самобытность. Наверное, в этом году одно из самых сильных выступлений было в ГМС за последние лет 5-6. Очень дружная, очень сильные команды. И я обратил внимание, что очень много танцующих. И главное, танцующих не только девчонок, но и мальчишек, что для нашего университета редкость. Если брать общее ощущение от первокурсников, ничего не изменяется, ничего не меняется. Такие же позитивные, такие же открытые, такие же талантливые. С ними хочется работать, с ними хочется дружить, с ними хочется встречаться. На гала-концерте «Арт-осени», который состоялся в Международный день студентов, зрители получили возможность еще раз увидеть самые яркие и запоминающиеся номера курса молодого студента. А команда первокурсников с замиранием сердца готовились услышать именно о своем факультете в звании самого артистичного и креативного. Фестиваль уже долгие годы служит гарантом открытия новых талантов, улучшает навыки работы в команде и приобщает ребят к лучшим традициям университета. По итогам конкурса третье место заняла команда юридического факультета. Второе место у художественно-графического факультета. Дипломами победителей были награждены сразу две команды первокурсников. Факультет обучения иностранных граждан и факультет математики и информационных технологий. Я от своих студентов всегда ожидаю только победы, только победы. Приезжают новые студенты, и я в них уже вижу победителей. И это в любом случае победа над собой, и место, конечно, для нас важно, но в процессе подготовки я уже вижу, как они растут, как они совершенствуются, как они начинают дружить, как они находят белорусских друзей, поэтому я за них очень рада. Я бы хотел поблагодарить сперва, естественно, нашу самую любимую женщину Татьяну Сергеевну. Просто не могу. Богиня наша. Просто она стольким нам помогала, то, что я ни на секунду теперь ее забыть не смогу, те эмоции, которые я получил вместе с моими друзьями-китайцами, с теми людьми, кто нас поддерживал. Спасибо всем большое за участие, то, что мы соревновались с ними вместе в этом, на курсе молодого студента. Все было замечательно. Победа была очень долгожданна, мы так долго к этому шли. Мы благодарны абсолютно всем, все поддерживали. Тут невероятная атмосфера просто была во время награждения. Спасибо огромное за поддержку в зале. Огромное спасибо Витебскому государственному университету имени Петра Мироновича Машерова. Арина Цыганенко, Александр Гиргаев, ТВУ.